Это, наверное, все-таки еще активная башня. Но. Дверь покрашена. Что это там за мотор? Едет кто-то на мотоплуге. А, это рабочий какой-то. Катаемся. Узоров. Ух ты, прикольно. Так. Вот я бы сейчас противогаз взял бы. Мог бы здесь побегать. Так. Надеюсь, здесь никаких бомжов нету. Пахнет интересно. Свалка просто, вообще не надо. Ходи без противогаза. Да, да, без противогаза не надо. А чё, я мог бы сумочку на все набросить прийти. О, прям дорога. Ага. Ух ты, телевизор здесь поломан. Будь здоров. Ботиночки. Так. Ну пошли. Если что, потише, давай. Матрасы какие-то. Ух ты, а что это за... Что, краску здесь какую-то жгли? Что, тебе здесь аллергия на что это? Наверное. Я просто после того, как я в душном отеле сидел, здесь и живу. Ну, прикольно. Да, расчихались. Хрестики-нолики кто-то играл. Что, деталь от машины здесь вообще? Ну, может, спиралька. Так. Ну, сейчас пойдем. Да, да, это от машины. Интересно. Пойдем посмотрим, что там за соседние здания. Пенек. Ну да. Чуть здесь, наверное, шла еще одна стена. И всю разбили.